Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. В праздник Святой Пасхи мы несем добро в каждую семью. Пекарни «Добропек». Добрые куличи и творожные пасхи к вашему столу. Курская сборная уже заявила о себе победой в финале чемпионата Федеральной регбийной лиги и смогла привести с соревнований внушительный кубок. Поэтому сейчас команда «Курские армейцы» активно готовится к выступлению на первенстве ЦФО и СЗФО страны. Оно пройдет 1 и 2 мая в Железногорске на стадионе «Горняк». 5 команд будет. Это у нас совместно ЦФО с СЗФО. Будет сборная Санкт-Петербурга, Московской области, Курской области, Тверской и Калининградской. Ребята выступают в разряде регби-7, когда на поле соревнуются команды по 7 человек соответственно. В отличие от старшего брата, регби-15, время тайма в данной разновидности спорта также уменьшено вдвое. Сейчас более 400 курян активно занимаются регби, как юноши, так и девушки. Благодаря поддержке Курской областной администрации в регионе открываются новые школы и отделения для занятий регби. Все началось еще вот в Курской области, он вспомнил про Москву, про мир. Мы еще тогда вывозили детей, по большому счету это было ознакомление с тем, что такое регби. У нас получилось, благодаря руководству области, направить детей для того, чтобы посмотреть, что это такое. В то время в Курской области регби был абсолютно новым видом спорта и занималось совсем небольшое количество детей. Но вид спорта развивается, прогрессирует, и сейчас мы привозим уже, получается, вот такие кубки. Ну и ждем высоких спортивных результатов на предстоящем первенстве в городе Железногорске. Кстати, у всех желающих есть возможность понаблюдать за играми курских спортсменов, которые проходят почти каждые выходные на стадионе «Меркурий». Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.